Расчет момента инерции диска. Диска или цилиндра. Если мы посмотрим вдоль оси, геометрической оси, то мы увидим сечение этого цилиндра или диска. Диска имеется в виду однородного диска. Момент инерции относительно геометрической оси, проходящей через центр масс, мы рассчитаем путем разбиение на элементарные массы dm, умножая каждый раз массу на квадрат расстояния до оси вращения и суммируя по всему диску. Здесь у нас в качестве элементарной массы оказывается удобно взять кольца тонкие, толщина которых будет равна dr. И мы сможем такое кольцо, массу такого кольца записать как плотность, поверхностную плотность, которую обозначим буквой сигма, умножить на площадь такого тонкого кольца. Разобьем весь диск на такие кольца, посчитаем их площадь, найдем поверхностную плотность массы, деленная на всю площадь цилиндра, масса на всю площадь поперечного сечения цилиндра пи r квадрат. R маленькое будем означать переменную массу, а r большое обозначим массу, r маленькое радиус текущий, а r большое радиус всего кольца, всего диска. Такую величину называют поверхностной плотностью. Поверхностная плотность. То есть единица массы, приходящаяся, масса, приходящаяся на единицу поверхности. А ds – это заштрихованная площадь. Кольцо у нас настолько тонкое, что если мы его разрежем и вытянем, то у нас получится почти прямоугольник высотой dr и длиной основания 2πr. Поэтому площадь ds примерно можно считать равной длине окружности этого тоненького колечка умножить на толщину его dr и подставим это dn в формулу для момента инерции. Вместо сигмы подставляем m πr квадрат, умножаем на площадь 2πr умножить на dr и умножаем на r квадрат. Пи у нас сокращается. И мы перешли к переменной интегрирования r, которая будет меняться от нуля до r большого. Выносим константы. m, 2, r квадрат. Под интегралом остается r в кубе на dr. От нуля до r большого. Это у нас получится 2m r квадрат r в четвертой, деленное на 4 после подстановки пределов от 0 до r. И r квадрат у нас сокращается. Сокращается двоечка и получается m r квадрат разделить на 2. Это надо уметь вычислять. Не просто запомнить эту формулу, а уметь вычислять момент инерции диска относительно его геометрической оси.